Да, как отметили, добились хороших результатов с командой. Но я думаю, что прежде всего связано с тем, что у нас хороший коллектив, хороший слаженный коллектив. И, ну, конечно, тренерский штаб, при котором каждый из нас, наверное, прибавил в каких-то аспектах и стал лучше. Оценивать игру свою не мне, тренерский штаб есть на то, чтобы оценивать игру. Но хочу сказать, что у нас при нашем тренере игра такая, что фланги очень активные, а мне такой футбол нравится. Думаю, что уровень чемпионата Армении с каждым годом растет. Я думаю, что это заметно, и команды становятся с каждым годом сильнее. В этом году я думаю, что будет несколько команд, которые будут бороться за чемпионство. Тот же Урарт очень хорошо усилился, Арарат Армения, Алашкерт. Ну и, конечно, мы тоже будем делать все, чтобы достигать лучшего результата. Да, мы стараемся играть в быстрый атакующий футбол, но от позиционного футбола тоже не отказываемся. Да, хорошо, что у нас в прошлом сезоне получилось неплохо выступить в обороне, хотя были и ошибки, конечно. В этом году постараемся улучшить, еще улучшить игру в обороне. Да, к сожалению, получил травму в очень неподходящий момент, когда были очень важные игры. Но я рад, что нашлись люди, которые готовы заменить всегда. Потому что в конце сезона или по карточкам, или по травмам выпадало много людей. Хорошо, что получилось добиться хорошего результата. Да, конкуренция в этом году именно в обороне у нас появилась, но конкуренция никогда никому не мешала. Здоровая конкуренция, я считаю, что только помогает футболистам прибавлять и чувствовать себя лучше. Конечно, коронавирус повлиял на футбол в целом в мире. И тяжело, конечно, играть без болельщиков, но приходится сейчас принимать такие меры. Но, конечно же, мы все очень ждем, когда болельщики смогут вернуться на матчи. Это очень важно для нас. Да, очень приятно, что с родных краев следят за моей игрой. Спасибо им большое. Да, я очень рад, что так ко мне относятся. И Спартаку Нальчику тоже желаю больших успехов в турнире, где они играют. Перед клубом поставлена задача брать в каждом матче максимум очков. Поэтому мы будем выходить на каждый матч и делать все для этого. Ожидания на самом деле очень большие, потому что многие из нас, вернее большинство из нас никогда не принимало участие в матчах такого уровня, поэтому все очень настроены, несмотря на то, что у нас очень серьезный соперник, но никто не боится, наоборот, все настраиваются на хорошую игру и, конечно, надеемся пройти, по-другому никак не может быть. Футбол такая вещь, что на долгосрочные планы говорить не приходится. Конечно, хочется прибавлять, хочется расти как футболисту и играть в таких, ну, в топ-командах, в топ-чемпионатах. Но работаем здесь сейчас, поэтому будем добиваться результата здесь с командой НОА.